Всем привет! Продолжаю рассматривать работы скульпторов, картины художников, реликварий с мужем скорбей, неизвестный мастер, 1347-1349 годы, серебро, позолота, эмаль, стекло 29 на 21 и на 12. В раннехристианском искусстве одним из видов иконографии был муж скорбей, подразумевавший изображение спасителя, демонстрирующий свои раны. Перед зрителем знаменитый тип исполнения, при котором кровоточащие руки Иисуса бессильно скрещены на животе. В готической скульптуре жесты имели важное значение. Они раскрывали состояние персонажа и поднимались как зримый отзвук порывов человеческой души. Появление подобного варианта представления объясняется распространившимся в средневековой Европе культом ран Христа. Муж скорбей всегда связан с событиями страстей, символы которых заложены во внешней атрибутике и расположены рядом с Иисусом. Они метафорически раскрывают фазу духовного пути, в которой пребывает герой произведения. Христос с печалью взирает на инструменты своих страданий. Крест, кнуты, гвозди, колонна бичевания. Терновый венец, возложенный на его голову, отсылает к идее великих мучений во имя спасения. Ну вот такое описание к работе неизвестного мастера реликварий с мужем скорби я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом «Великий музей мира». До свидания.